Эксперт по международным делам от партии ХДС в Бундестаге Норберт Рёдкин прокомментировал ход прошедших во вторник, 8 ноября, выборов в Конгресс США. Рёнген считает, что основным партийным лейтмотивом республиканцев все больше и больше становится насилие, нетерпимость и неприятие демократических выборов. Все это в американскую демократию привносит бывший президент США Дональд Трамп. Это практически становится партийной линией великой старой партии. Вот что действительно беспокоит и опустошает, заявил Рёнген в интервью немецкой телекомпании НТФ. Трамп признает только те выборы, которые заканчиваются хорошо для республиканцев и для него самого. Республиканская партия, к сожалению, отравлена таким положением вещей. И согласен с коллегой, с Рёнгеном и политик от социал-демократов, член парламентской группы Бундестага по взаимодействию США Метин Хакверди. С ноября прошлого года он был в Соединенных Штатах 6 раз и посетил там с рабочим визитом 8 штатов. По его мнению, трампизм представляет настоящую угрозу для демократических институтов страны. Разумеется, среди членов демократической партии тоже есть популисты, но не в такой степени, как среди республиканцев. А сам бывший президент США Дональд Трамп продолжает сохранять интригу. Выставит ли он свою кандидатуру на следующие президентские выборы 2024 года или нет, на этот счет он пообещал высказаться 15 ноября. А его планируемое заявление, цитата, «станет очень волнительным днем для многих людей». И параллельно Трамп также начал зачищать поле под свою кандидатуру и устранять возможных конкурентов из рядов республиканской партии. Так, например, Трамп пригрозил возможному кандидату в президенты США, губернатору Флориды Рону Десантису, неприятными разоблачениями, если тот все же решится перейти Трампу дорогу и будет баллотироваться в Белый дом. Трамп пообещал, что публично расскажет очень нелестные вещи о Десантисе. «Я знаю о нем больше, чем кто-либо, за исключением, может быть, его жены», — заявил Трамп. И сегодня в США продолжается подсчет голосов после выборов в обе палаты Конгресса. На данный момент ведут республиканцы, однако их преимущество не такое большое, как им предсказывали результаты различных опросов. Избирательная система США очень сложна, и подсчеты в некоторых штатах будут длиться достаточно долго. На данный момент нет ясности, какая из двух партий, демократы или республиканцы, все же смогут получить контроль в Конгрессе. Что уже можно сказать точно, что победили десятки кандидатов-республиканцев, которые открыто сомневаются в исходе прошлых президентских выборов 2020 года, а значит и в легитимности Джо Байдена. Если республиканцам удастся получить большинство в обеих палатах Конгресса, то США в законотворчестве может грозить патовая ситуация. Ветви власти, президент США Джо Байден и Конгресс начнут просто блокировать инициативы друг друга. Байден высказался в интервью CNN уже на этот счет, что если демократы проиграют палату представителей и Сенат, то оставшиеся до выборов нового президента США 2 года будут ужасными. Но хорошей новостью, по словам Байдена, является то, что у него все еще остается право вето, которое позволит ему блокировать инициативы республиканцев. После проигрыша Байден будет восприниматься как хромая утка. Возможно, республиканцы в случае своей победы постараются парализовать Белый дом процедурой импичмента, которую некоторые республиканцы пообещали инициировать. А вот для Антона Хоффрайтера, политика от партии «Зеленых», нет никаких сомнений, что если после выборов поддержка США Украине уменьшится, о чем не раз заявляли республиканцы, то Германия должна будет взять на себя большую ответственность, чем раньше, чтобы поддержать Украину. Пресс-секретарь правительства Германии Кристиана Хоффман указала на то, что канцлер Шольц и президент Байден, а также министр иностранных дел Аннелена Бербок и ее американский коллега Энтони Блинкен перед выборами еще раз обсудили помощь Украине, а также растущий скептицизм населения в ее отношении. В этой связи причин для беспокойства нет. На этот счет американское правительство приняло меры предосторожности.